Вот и седьмой день пошел, а мы все топчемся. И вроде бы все ясно, и не ясно ни черта. Разрешите? Товарищ генерал, шифровка по Летягину. Капитан, да. Ну-ка давай сюда. Разрешите идти? Да, свободен. Летягин Валерий Родионович. Уроженец города Калинина, 19-го года рождения. Студент первого курса Калининского института средств связи. Был призван в ряды Красной армии 19 декабря 41-го года. 29 декабря того же года пал смертью храбрых в боях под Тулой. Представлен к награждению медалью за отвагу посмертно. Это что же, липовый связист? 3 месяца в отделе сидел? Где у нас дело, Летягин? Ну-ка дай. Вроде похож, а вроде не похож. Может, в мамочку? Мамочку. Мамочка там еще та. Вот протокол допроса. В 39-м ее арестовали. Соседи доброхота донесли, что живет непосредством. Простая чертежница, а в меховых шубах? А вот это интересно. Максим Петрович, ну глянь. Вот перечень вещей, изъятых Лучинской при обыске. Ну, дребедень там всякая, иностранные шмотки, пластинки патефонные. А вот список книг. Ни одной религиозной, и вдруг псалтырь. Почему псалтырь? Николай, зайди-ка. Разрешите? Николай, а ну-ка принеси к нам Библию. Да где же ее взять-то сейчас, товарищ генерал? Коль, ну ты даешь, ты выгляни в окно-то. Напротив лавры, а ты мне вот такие вопросы задаешь, где взять? Понял, товарищ генерал. Валентин Васильевич, а почему Библия-то? Мыслишка у меня одна шальная появилась, а? Что-то у нас этот псалтырь с тобой в отчетах часто мелькает, а? Попробуем-ка мы его приложить к радиоперехватам из Винницы. А тебе, Максим Петрович, пора отправляться в эту самую Винницу. На подмогу к нашему сироте. Что у нас там с самолетом? Как всегда, 20-минутная готовность. Твой Макарыч хорошо замаскировался. Такой старичок-лесовичок. Электростанцию себе восстанавливает, а часть тока под землю уходит. По потайному кабелю. Вот в той тетрадке, которую ты у него взял, все расчеты. Значит, все-таки Макарыч Арнгольц, а Летягин, получается, его сын. Да, и сына пристроил. Думанский этим делом занимался. Как же он его так ловко расколол? Ладно, потом будем голову ломать. Дельце распутано, мелочь осталась. Выкурить немчуру из-под земли. Угу. Товарищ полковник, я вот чего понять не могу. Через 5 часов на аэродроме встречают высоких гостей, а там сонное царство. А нечего здесь понимать. Большая штабная игра сейчас уже идет полным ходом. Как это уже идет? Вот так идет, но под Минском. А наш палаточный городок – это Деза. Примитивная, понимаю, но свою роль сыграла. Деза. Сирота, М? А вы часом тут чемодан не находили? Чемодан? Да тут все сгорело. Этот чемодан не мог сгореть. Он железный. А что за чемодан и почему он вдруг так нам понадобился? А ты уже мысли на себе дырки для орденов и медалей крутишь. Вы меня знаете, Максим Петрович. Вот потому что знаю и хочу тебя расстроить. Не все ты, брат, еще знаешь. Чего я не знаю, товарищ полковник? Если б я знал про акваланг. Если б я знал, я бы и действовал совершенно иначе. Не мечи икру, сирота. Под землю нам все равно надо. Кровь из носу. Извините, товарищ полковник. И времени у нас осталось не 7 дней, а 7 часов 12 минут.
Ну, что у нас есть? Так. Пока у нас есть только вот это. Сейчас. Вот эта штука. Вот. Что это такое? И почему так воняет? Это я, товарищ полковник, снял с трупа. Извините, не успел постирать. Ну и что делать с этим саваном? Значит, это отпечаток карты, которую я искал. Что она дает? Ну вот, скажем, здесь плюс 6, минус 13, 15. То же самое, что на коптеринских картах геодезические координаты. Координаты чего? Координаты входа. Ну, то есть, например, минус 6 – болото. Угу. Глубина там метра 3, а рядом уже вот здесь – горб. Это плюс 4. Уровень воды, как в сообщающихся сосудах. Вот смотрите. Это уровень воды, здесь пустое пространство. Вот я отсюда подныриваю, проплываю хитрым макаром и оказываюсь в пустой полости. Что еще нужно? Поднимаем полк? Да погоди, погоди, какой полк? Мы знаем только высоты. Да пока мы перемерим все эти горбы, болотца, недели пройдут. Вот реально, что мы сейчас имеем? Вот, посмотри. Буквы С, Т, Г, Е, Р. Что они означают? Ну, что они означают? Ну, я уже пробовал. Они не подходят ни под один населенный пункт. Погоди-ка, сирота. Так. Тебе не кажется, что вот это одно слово? Стахл. Нет, может быть, но... Не-не-не, смотри. Стахель. То есть с немецкого это сталь. Железо. Сталь. И дальше, смотри. Фингер. Палец. Железный палец. Железный палец. Теперь надо понять... Что можно называть железным пальцем? Железный палец. Товарищ полковник, да вы же гений. Знаю я, где этот железный палец. Построиться, бойцы, товарищ смирно! Полковник. Вон туда. Товарищ полковник, дежурный капитан Петренко. Потом, капитан, потом. Больно. Больно. Дальше-то куда? Давай, давай, двигай ногами. Еще чуть-чуть, товарищ полковник. Вот здесь. Есть. Вот он. Вот он этот. Стахельфингер. Вот он. Собственной персоной. Красотища-то здесь какая, а? Да. Фу. Ну и что теперь? Теперь, если предположить, что самые низкие точки... Это Торжанское озеро и водосброс плотины. Можно найти направление. Так. Вот. Жара такая. Смотри. Вот. Точка минус 8, бесплюсовая координата. А вот минус 24, это Торжанка. Но... Водосброс разрушен взрывом. И мы не успеем разобрать завалы. В Каторжанке тоже. Вряд ли найдем вход. Площадь очень большая. Да. У нас нет подводного снаряжения. Хм. А что же... Что же имел в виду Опенько? Что же он имел в виду? Чё ты говоришь? Да я говорю... Я говорю о Пенько. Он же классным копировщиком был. Кому, как не ему, давать рисовать вот такие карты, схемы развода караулов, движения транспорта. Мне он сказал... Опенько! Опенько! Карта! Что?
Что? Так, Узбулаев. А? Я, товарищ капитан. А где у тебя, товарища Ленина, портрет? А? Вон, товарищ капитан. Я его дорисовал, да. Mm-hmm. По-моему, очень похож. Очень на товарищ Мамедов похож. А товарищ Мамедов всегда говорили, что он товарищ Ленин похож. Да, похож, похож. А вы что, знаете товарищ Мамедов, да? Ну, а кто ж не знает? Товарища... Товарища Мамедова... Слушай, ты что делаешь, а? Тихо. К стенке хочешь? Тихо, спокойно. Ты что, товарищ Ленин сделал, а? Слушай, я тебя убью, да? И мне ничего не будет! Так, рядовой момент. Узбулаев. Ну-ка отойдите от стола и не мешайте работать. Слушаюсь, товарищ капитан. Вот так. Она. Стой! Стой! Стой, давай, останавливайся. Вот сюда. Ваши документы? Вот. Куда направляемся? Аэродром. Езжай. РУС проверять будет? Нет, там все равно проверят. Так, товарищи офицеры, повторяю еще раз. Всего 6 точек. Задания группам понятны? Так точно. Угу. Начинаем ровно в 12. А я? Ты раненый, ты лечишься. Всем по машинам! Я? Товарищ полковник, уточняю, моя группа здесь. Давай, всем группам по машинам! По машинам! Давай, давай, давай! По машинам! Быстрей! Третья, четвертая группа! Давай, пошли! Давай, вперед! Внимание! Сектора А и Б. Великолепно! Великолепно! Великолепно. Что это? Нас, кажется, идут завоевывать. Всем приготовиться. Капитан, что же вы не включаете вашу машину? Всем по местам. Что же вы не включаете вашу машину? У нас нет энергии. Но у нас же есть аккумуляторы. Профессор Арнгольц приказал беречь батареи для главного задания. По местам. Всем по местам. Да не тряситесь вы так. Быстрее, быстрее! А мне что делать, господин капитан? Есть ананасы и молиться. Пошли! О, мой Бог! О, мой Бог! О, мой Бог! О, мой Бог! Да! Понял тебя! Понял! Товарищ полковник, трем группам удалось прорваться. Каким именно? Вторая, четвертая, шестая. Но выходы блокированы. Черт, значит, мы им не сможем даже ничем сейчас помочь. Вызывай третьего, вызывай. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Слушай, я тебе говорил, иди лечись. Делай себе перевязку в лазарете. Только не доставай меня. Дайте мне взвод. Капитан Сирота! Смирно! Кругом! Есть! Шагом марш! От Седова. Четвертый. Как? Как нет связи? Черт! Двое вперед.
осторожно, двигаемся. Добить их всех. Всех. Риббентроп. Зачем? Зачем ты послал меня сюда? Я не хочу. Я не хочу. Я ненавижу эту страну. Зачем? Зачем я здесь? О, мой бог. Майн год. Как же редко мы вспоминаем имя Бога. Вы кто? Я? Профессор Арнгольц. Алло, алло, второй! Алло! Товарищ полковник. Связи нет. Что значит нет связи? Связь должна быть. Сделайте что-нибудь, чтобы была связь. Не стойте! Слушаюсь, товарищ полковник. Сержант, за мной на линию. Бегом, бегом, быстрей! Товарищ полковник, разрешите? Опять ты. Максим Петрович, я нашел. Чего ты нашел? Помните, я рассказывал вам про комнату, в которой пытали наших пленных? Помню, что. Вот. Так вот, я понял, чего я тогда не увидел в этой комнате. Чего ты там не увидел? Я не увидел там ни одного отверстия. Никакой отдушины. Электрические двери закрываются герметично, и тогда я подумал, а откуда же туда поступали вода, воздух и пары кислоты? Говори с ней, сиротка, или ты уже сам надышался этими парами? Я не буду говорить, Максим Петрович. Я вам покажу. Профессор, я прошу вас, ну вывезите меня наконец-то отсюда. Но это же сущий ад. Да разве это ад? Да вы понятия не имеете, что такое ад. Вы видели смерть только на похоронах партийных бонз из затонированных стекол автомобилей. А смерть, она страшнее страха. Профессор, да бросьте вы пугать меня. Я не пугаю, я разговариваю. А вы когда-нибудь просто разговаривали? Со своей фрау Ротенберг вы говорили о погоде, с сыном о политике. О жизни. Вы когда-нибудь разговаривали? Я не понимаю. Пристегните это к правой руке. Да. Хорошо. Хорошо. Только профессор, давайте все-таки поговорим. Скажите, как мы отсюда выберемся? Я не хочу с вами разговаривать. Почему? Мне неинтересно. Так вот здесь, когда ток дали, то эта дверь сработала, электрическая. А я в темноте
Вот в этот щиток обеими руками и залез. Меня точно бы током шандарахнуло, если бы. Если бы он был настоящий. Бездна бездну призывает. Так вот она, бездна. Вечная тебе память. Так, пошли, ребята. Вперед. Давай, давай, давай. Давай. Ну, давай, Иван. Надеюсь на тебя. Угу. И будь жив. Прорыв в секторе F. Прорыв в секторе F. Арнгольц! Все в сектор F. В сектор F. Все. Быстрее. Бедные мальчики. Да хранит их Господь. Нейланд! Лось! Вдвоем, давайте вперед. Есть. Тихо. Значит, будем двигаться вдоль кабеля. Понятно? Прикрой меня! Старлей! Прикройте меня, я проверю боковой ход. Где он? Ага. Радист! Ко мне. Есть, товарищ капитан. Что? Да, легенда. Вас поняла. Проходите сюда, товарищ полковник. Да. Есть четвертый. Вот, возьмите. Соединяю, да-да. Полковник есть. Тарасенко слушает. Угу. Что? Значит так, лейтенант. Чемодан не вскрывать. Несите его сюда. Охранять как маму родную. Срочно для Полуноченко. Машина уничтожена, груз на месте. Точка! Вот так вот. Вот так. Да, 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 да. Есть. Вас поняла. И совершил Бог заряд седьмому дню дела свои, которые он делал и почил. День седьмой.
от всех своих дел, которые делал. Избавит великую силу своей, так и око Господня над всеми боящимися Его и уповающие на милость Его. На скользких путях поставил ты их, Господи, и не извергни в пропасть их, потому что не надежен. Профессор, так как же с вами разговаривать? Вы же у нас вроде глухой. А вы про эту штуку? Она не для того, чтобы слышать, а скорее для того, чтобы не слышать. Не слышать глаз Божий? Как же вы проницательны-то, а? Ага. А я, честно говоря, на Макарыча грешил. Макарыч просто глупый старик. И сдох, как собака под забором. Он ведь к вам хотел бежать, да мы его дочкой прижучили. Не девушка была, цветок. Ну а что ж ты убил-то ее? Любил ведь? Не я. Сынок. Ну а что теперь, Кривуля? Хочешь стать героем Рейха? Да мне наплевать на этот рейх.
И на вас мне тоже наплевать, потому что вы в Бога не веруете. Дьяволы! И гореть вам всем в гиене огненной! Дьяволово отродье! Тебе все равно не уйти! Вы так думаете? Или ты до конца войны тут будешь прятаться? Я с сынишкой своим в Стокгольме буду прятаться. Да? А на чем драпать собираетесь? На самолете генерала вашего. У него ведь как раз 20-минутная готовность. Вот же лестница. Она как раз к аэродрому и выводит. Понял? Кому несешь? Ага. Ну, заходи. Обед для товарища майора. Товарищ майор, обед. Ну и что у тебя там? Каша и кисель. А суп где? Суп? Суп не сготовили еще. Иди за супом, я без супа есть не буду. Есть. Здравия желаю! Вольно, вот вольно. Сюда, товарищ генерал. Вольно, вольно. Вот он, товарищ генерал. Сирота. Да здесь я, здесь. Ты бы помолился, сынок. Я вот сейчас уйду в эту дверку. А вы останьтесь здесь. Вот с этими четырьмя ящиками взрывчатки. И вот с этой штучкой. Ты помолись. Ведь только через молитву Господь примет к себе агнцев Божьих. Аминь. Они провели нас. В каком смысле? В самом, что ни на есть прямом. Здесь нет главного. Они подсунули нам второстепенные протоколы. Не понимаю, для чего. Чтобы мы отвязались от них. Поскорее отрапортовали об успехе. Опаньки. Отсюда.
Вот так вот, профессор. Успею. 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 Давай. Давай, капитан. Давай. Давай, не халтуришь. Товарищ майор. Ау. Суп. А на стол ставь. Сирот, ты живой? Живой. Ну, что тут у тебя, капитан? Летягин. Ничего, ничего, ничего. Это заживет. Летягин. Ау. Это ты? Ну, конечно, я. Хороши венецкие яблочки, только червивые. Хороши. Вот так. Хороши.
все будет хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Галина Сергеевна! Галина Сергеевна! Он проснулся. Товарищ генерал. Ага. Сирота, ты что тут развлекся, а? Ну, лежи, лежи, лежи. Здорово. Только не думай. Хорошо. Чего не понимаю. А что понимать, генерал? Крути дырку для ордена. Да и в погонах тоже. А? Как ты думаешь, одна большая это лучше, чем четыре маленькие? Без пяти минут, майор. Хочу познакомить, лейтенант Летягин. Ну, вообще-то уже старший лейтенант. Отдел внешней разведки. Ну, а как там? Все в порядке. Все в очень большом, самом лучшем порядке. Жаль, только машину смерти эту захватить не удалось. Ну, ничего, а то ведь как мед, так и ложкой. Ну, а все-таки кто был-то Рукавишников? Рукавишников, по всем документам. Он сдался в плен под Киевом. Вот там его и нашел родной папаша, Арнгольц. Так что документы у него были настоящие, а вот боевую биографию справили в Абвере. И даже супругу немку придумали. Только одно не учло семейство Арнгольцев. Фамилия-то редкая, запоминающаяся. Думанский-то многое пропил, но только не память. В 1939 году он служил в НКВД Харьковском. И самолично рассматривал слезное обращение Коли Лучинского с просьбой предоставить ему новую фамилию. Думанский-то этого Коли Лучинского и в глаза не видел, а вот фамилию Арнгольц запомнил. Память, она, знаешь, такая странная штука. Вот отложилась там где-нибудь у тебя в глубине серого вещества, а потом вдруг раз, да и всплыло. Вот и пошел он Коле Рукавишникову с разными там это вопросами заковыристыми. Ну, может, что и по пьяни, как говорится, лишнего сболтнул. А Макарыч? Макарыч... Макарыч просто невезучий старик. Нашел там какой-то подвох на станции. К нам побоялся прийти. Ну и начал себе что-то там откопать. Ну вот и докопался. Галина Сергеевна. Товарищ генерал. А, да, понимаю. Понимаю, товарищ майор. Давай, лежи, еще наговоримся. Все, давай, чтобы... Ну? Ну, пошли, пошли. Отдыхайте, товарищ майор. Ну, выздоравливай. Сирота. Ну, Максим Петрович. Вот и спирт заживляющий. Товарищ полковник. Я разрешаю. Нормально. Сдавай, выздоравливай, герой. Зиночка. Зиночка, я вас видел. Вам нельзя, лежите. Я вас видел, это вы меня от пуль спасли. Видел, видел, я вас видел, видел. Иван Петрович, вам нельзя лежить. А я и так лежу. Лежите, лежите. Просто странно у нас свидание получается. А все-таки шелковые трусы – это буржуйство. Бумаги, что нашли у Рукавишникова, повезу лично в Москву. Лифанов ждет. А ты, Максим Петрович, давай завершай здесь все, как говорится, побыстрее. Ясно. Эх, неплохо бы сейчас, конечно, на дорожку. Да, хорошо было бы. Только я свою флягу сироте отдал. А, вот это правильно, пусть выздоравливает. Валентин Васильевич, а бумаги что, их сожгут? Бумаги, если на них подпись, не жгут. Их хранят в больших железных ящиках. Понимаешь, если бы не было бумаг, даже таких мерзких, как эти, не было бы архивов, а не было бы архивов, не было бы истории. Понятно.
Только еще не придуман такой сейф, который нельзя было бы вскрыть. Так за это нам, милый дорогой, зарплату платят. Да. И доп. Пайки дают. Чтоб мы за их сохранность отвечали. Вот так-то. Товарищ генерал, самолет готов. Ну что, Максим Петрович, в дорогу? Да. Ну, что дальше-то, Валентин Васильевич? Какая теперь работа? Наша работа, брат, это сейчас выжить. Знать о таких бумажках и выжить. Вот это работа. А то, что было до этого, так, приключения. Ну, с Богом. Как быстро годы пронеслись, как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны. И пожелтевшее письмо осталось без ответа, так уж суждено. Как будто эхо вдалеке, мотив звучит несомый ветром налегке. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны. Как листья осенью с деревьев сорвались, пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил 3 дня, 3 ночи я до той весны.